Как же я долго искала эти два цвета. Так, где тут мой рисуночек? Так. Ой, какой-то страшный паук. Кто его вообще тут нарисовал? Ой, боюсь я паучков. Так. Привет, ребята! С вами я, Кексик. Кстати, как вам мой рисуночек? Красиво, да? Правда, паучок мне не нравится. Кыш-кыш отсюда. Эй, рисунок-то отдай. Всем привет, ребят, с вами Анна Голд. Ой, Кексик, какой красивый рисунок. Нравится он мне. Что же мы сегодня с вами будем делать, ребята? Мы будем делать всякие вкусняшечки из полимерной глины. И, возможно, даже нам понадобится легкий пластилин. Я потом еще расскажу, что нам понадобится. И эти вкусняшечки у нас для Хэллоуина. Все вы готовы, надеюсь, к Хэллоуину? Я уже готов. Вот, я рисуночек нарисовал. Да, он очень красивый. Так, я сюда положу. Я уже готов лепить, помогать. Ну ладно, давайте начнем. Сейчас, ребята, мы будем лепить из пельменной глины вот эти вот вкусняшечки. Это у нас кексики с глазками. О, кексики! Интересно. Красивые. Так, вот такие вот у нас цвета пельменной глины. Еще нам нужны будут стейки. У нас кексики уже почти что готовы. Потом мы им еще нарисуем глазки. Делаем прорези на нашем кексике для большей реалистичности. Чтобы получилось у вас вот так. Сейчас мы будем делать нашим кексиком вот такие вот глазки. Изделия мы уже все запекли. Сейчас я на вот этом вот розовом кексике рисую глазки. Сейчас мы будем, ребята, с вами лепить вот этих вот милых человечков. Они мне очень сильно нравятся. Я уже сделала к ним шаблончик. Такой вот. И вот наш телесный цвет. Сейчас будем их лепить. Текстуру на нашем печенье вы можете делать с помощью зубной щетки. Таким вот образом. Получается как настоящее печенье. Вот таким вот образом рисуем кости на нашей печеньке. Вот такие вот у нас милые скелетики-печенюшечки получились. Прелесть, мне кажется. Ой, здесь уже все готово. Такие прикольные и смешные кексики с глазками. Прикольные. О, какие милые скелетики. Прям как настоящие, можно испугаться. Люблю скелетиков. И они, наверное, все вкусненькие. Кексик, не спеши их кушать. У нас еще не наступил Хэллоуин. А, ну ладно, ладно, подожду. А потом я давай дверусь и вас кушаю. Смотрите мои следующие видео и давайте вместе готовиться к Хэллоуину. Я вас всех жду. Вместе с этими глазастыми кексиками и этими скелетиками. Всем пока, ребят, с вами был я, Кексик, и Анна Голд. Всем пока!